развернем полотнище. Мы знаем, нас мало гордых и духом сильных. Пусть меняются лица, но над сектором реют черно-белые мысли. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, пару слов о том, как ты начал вообще футбольную карьеру и попал в Торпедо. Футбольную карьеру с самого детства? Ну да. Ну как, на футбол, как хотел заниматься, как у меня семья такая, как футбольная была. И с детства хотелось попасть, но получилось так, как хотел. У меня мать там не хотела, чтобы позанимался. Но все-таки я добился своего, ушел в спорт. Начал в Тирасполе, в Молдавии, в спортинтернате. Там Борис Александрович Борсков, первый тренер. Ну, потом начал играть за юношескую сборную Молдавии. Так попал в Шериф. А в каком году начал играть? Футбол? Да. Ой, это сейчас вам скажу. Это где-то 95-94. Да, а после Шерифа? После Шерифа я играл в КАТ Тирасполь. Потом ФК «Динамо Бендера», это в Молдавии все. Потом попал в «Динамо Брянск». С «Динамо Брянска» уже попал в «Торпедо». Как тебе в «Торпедо»? Обстановка, коллектив? Обстановка вообще классная здесь. И с ребятами, команда дружная, ребята хорошие. Нашли общий язык быстро. Коллектив мне понравился, очень хороший. С кем в номере живешь? Я живу с Пашей Сафроновым, лучшим нападающим второй лиги. Надеюсь, что он в первой лиге будет самый лучший, в премьер-лиге. Да, мы тоже. Расскажи, пожалуйста, а твое семейное положение, как обосноваться в Москве, сейчас живешь? Ну, пока не идут сборы, моя семья в Тирасполе находится. Моя жена Ирина, любимая, две дочки, Дарья и Анна. Как закончится сборы уже к чемпионату, уже подъедут в Москву. Но старшая не сможет, так как она занимается тоже спортом, гандболистка в Тирасполе. Так что семейка у нас спортивная тоже. А сколько лет дочкам? Старшая 14, младшая 3. Саш, завтра игра с «Динамо» Киев. Как вообще настрой у тебя, у команды? У меня настрой превосходный. Как-то с «Динамо» Киевом играем. Это вообще здорово. И у команды тоже настрой боевой, дадим бой. Так как и люди, наверное, придут посмотреть и на «Динамо» Киев, «Торпедо» возрождается. И все хотят увидеть, что это будет, как это преподнесем игру и как сыграем. А, Саша, и последний вопрос. Ты сказал, что ты с футбольной семьи. Расскажи о своей футбольной семье. Ой, ну у меня как, семья, как сказать, ну местного масштаба там таких не было, заслуг больших. Даже когда еще маленький был, смотрел, как отец там играет, там с матерью приходили, там, или отец там забирал садика на тренировку, ушел, и видели. Наверное, так заложилось с самого детства, там с 3 лет, уже с 4, что такое мяч, что такое вообще футбол. И мне хотелось, и как у нас 3 брата, мы все пошли в футбол, потому что наши это. А братья сейчас где играют? Младший Стас Намашко, вратарь, он в Кубани играет. А Сережа, он там в Молдавии сейчас, в даче Кишиневской. Понятно. Ну, Саш, спасибо большое тебе за интервью. Завтра в игре желаем удачи и увидимся. Спасибо.